Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здраволюд. Сегодня с вами Феррорист. И сегодня на модельном столе у меня сюрприз, уважаемые друзья. Итак, мне прислали из интересного китайского магазина посылочку. Поехали! Вот такая коробочка. Уважаемые друзья, почему хочу сделать этот обзор? Хочу вам показать очень интересную вещь, которая, ну, скажем так, пригодится не всем, но тем, кто занимается именно обзорами или просто красиво хочет оформить свою поделку. Итак, поехали. Мы вскрываем упаковочку, и нас встречает вот такая штучка. Сейчас я вам покажу ее поподробнее. А именно это у нас крутящийся, или можно сказать, поворотный круг. Выглядит интересно, как пластинка. Иногда это очень нужно бывает, друзья мои, особенно для того, чтобы показать модель, например, с разных сторон. Или вы будете крутить рукой, или еще что-то, какие-то приспособления. А здесь, уважаемые, целый круг, да еще он с подсветкой. Давайте его откроем, и я вам покажу, как это выглядит. Пришел он в такой вот упаковочке, пакетики, ну и коробочку вы видели. Сначала наши друзья хотели сделать этот круг, как мы видим, на батарейках. В принципе, было бы неплохое бы решение, если бы этот круг и батареечки имел здесь. Здесь я вскрывал, отсек просто, так скажем, заглушен. Никакие контакты к этому не подсоединены. Но мы же с вами моделисты, можно сделать и на батарейках, чтобы он работал. Также здесь, если у вас диодик сгорит или вам нужно будет какой-то другого цвета или более яркий диод, здесь можно его заменить. Итак, уважаемые друзья, здесь у нас есть еще две кнопочки. Одна у нас включает круг, а вторая включает диодик. Если мы хотим, чтобы у нас круг вращался в обратную сторону, то мы сначала включаем и потом еще раз эту операцию еще раз делаем. И получается, когда мы включаем один раз, он крутится, например, по часовой стрелке. Когда мы такую операцию повторяем, он начинает скрутиться в другую сторону. Ну что, друзья, скорее всего, лучше это показать, как это выглядит, чем раз там 100 объяснить. Да, есть еще интересный момент такой. Наши товарищи китайцы присылают вот с такой розеточкой. Так что будьте, скажем так, бдительны к этому. Или сразу с продавцом обсуждайте, чтобы вам клали переходник. Мне переходник, к сожалению, не пришел. Но я купил в магазине. У нас здесь есть такие переходники. Итак, уважаемые друзья, давайте посмотрим, как же это все выглядит. Итак, уважаемые друзья, я вставил штепсель в розетку. И давайте же посмотрим, что же это за поворотный круг такой. Я включаю, видите, сам круг, и он начинает крутиться. Второй выключатель включает диод. Вот здесь мы видим с вами диодик. Это сделано для того, чтобы можно было ставить какие-то хрустальные вещи или стеклянные, и чтобы оттуда шел поток света и, так скажем, освещал всю какую-то скульптуру. Итак, уважаемые друзья, чтобы было понятно, как это все работает, мы берем модельку, ставим на поворотный круг и смотрим. Вот сейчас мы, в принципе, с вами наблюдаем танк, да, со всех сторон. И не надо его крутить. Сам он крутится, сам показывается. Можно так это сделать, да? Можно, например, сделать это вот так. Показать какую-то часть определенную этой машины. Ну, здесь уже у кого как фантазия. Сами понимаете, это инструмент. А для того, чтобы его использовать, нужна, конечно, голова. Поэтому здесь, друзья мои, экспериментируйте. Смотрите, как это все можно сделать. Но будет интересно, если в ваших видео будет использоваться, например, вот такой интересный девайс.
Друзья мои, ссылка на этот девайс будет у меня под видео. Интересная компания, в принципе, быстро присылает и вроде без всяких проблем. Итак, друзья мои, а с вами был Феррорист. Я желаю всем удачи, самое главное – здоровья. И не оставляйте дела те, которые можно сделать сегодня. Всем пока и удачи!